точки над «и». Здравствуйте. О значимых событиях недели в ближайшее время. Масштабное событие, аналогов которому в нашей стране еще не было. Лидеры России, федеральный конкурс управленцев. Его главная цель – выявить эффективных руководителей с серьезными карьерными устремлениями. Проект работает под патронатом и по поручению президента России Владимира Путина, а наставниками выступают лучшие управленцы страны. На этой неделе в Сочи состоялся финал конкурса, на котором наш регион представляли 6 участников. О программе испытаний, инвестициях в собственное развитие и лидерах на миллион расскажет Анна Ивахина. 300 участников, 54 региона, громкие имена в списках наставников и личная заинтересованность президента. В парке науки и искусства «Сириус» в Сочи прошел финал федерального конкурса управленцев «Лидеры России». Отбор был многоступенчатым и жестким. Сначала удаленное тестирование, затем очные полуфиналы. На окружном этапе Самарскую область представили 48 человек. 6 из них показали лучшие результаты и стали финалистами. Конечно, ты понимаешь то, что ты здесь. Значит, ты действительно управленец. Нет, значит, ты себе уже что-то доказал, да. Если брать профессиональные качества, я считаю, что это общение с ребятами, которые вокруг, все очень сильные участники. В целом, любые подобные конкурсы учат нас тому, что нужно развиваться постоянно, потому что обучение – это не раз от разу, от конкурса к конкурсу или от задачи к задаче. Обучение – это непрерывный процесс. С учетом того, что мы находимся в условиях такого очень переменчивого, изменяющегося мира. Инвестировать в собственное развитие. Все финалисты «Лидеров России» решением президента получат грант размером 1 000 000 рублей, который они потратят на образовательные программы. На официальном открытии наставник конкурса Сергей Кириенко отметил, что впервые выступает перед аудиторией, где находится сразу 300 миллионеров. У ряда коллег уже такая амбициозная и правильная идея, заключающаяся в том, что если нас много и у каждого из нас миллион, что это, мы будем ходить за учебными заведениями, пусть они за нами походят. Ну, правильно. Когда я услышал про эту идею, я понял, что мы правильных людей выбрали в финал. Первый день финала посвятили масштабной образовательной программе, мастер-классы от мэтров управленческого искусства. Своим видением лидерства делились государственные деятели, не нуждающиеся в представлении. Сергей Собянин, Алексей Кудрин, Герман Греф, Сергей Лавров. Все спикеры являются наставниками конкурса «Лидеры России». Для меня это большая честь, скажу честно, потому что проект рассматриваю как без привлечения проект государственной важности. И сегодня, когда Россия решает очень масштабные задачи в самых разных областях, свежие, нестандартные идеи, новаторские проекты в области управления имеют, конечно же, особое значение. Уверен, что об этом много говорилось, когда здесь выступали мои коллеги. Информация, которой делились в стенах «Сириуса» в рамках образовательного дня, уникальна. О таком не пишут в мотивирующей литературе и крайне редко рассказывают широкой общественности. Например, каково это – нести ответственность за целый регион. Главы 6 субъектов федерации, в их числе руководитель Самарской области Дмитрий Азаров, встретились с участниками. Говорили о том, чем управленческая деятельность на государственной службе отличается от работы в бизнес-среде. Знаете, здесь очень важно еще вот что понимать, если вы решили это сделать. Вы не всегда будете набирать свою команду, потому что ваша команда – это все жители вашего города или вашего региона. И не вы их нанимаете на работу, а они нанимают вас. Вот это вы должны знать. Я к этому пришел не сразу и пришел тяжело. Никто не обещает, что участникам сразу после финала предложат должности в органах власти или бизнес-структурах. Безусловно, это может произойти, но скорее в будущем. Главная миссия конкурса – обогатить управленческий резерв страны золотыми кадрами. Проект «Лидеры России» – это еще и некий социологический срез. Анализ информации об участниках дает усредненный портрет современного управленца. Среди финалистов высока доля специалистов сервисной сферы – 45%, промышленности – 22%. Образование IT и науки – 15%. А вот число государственных служащих составило всего 7%. Наибольшего успеха в полуфиналах добились руководители высшего звена – 35%, среднего звена – 25%, а также главы организаций – 13%. Если говорить о специальностях, полученных лидерами в вузах, то топ-5 выглядит так. Экономика, менеджмент, юриспруденция, финансы и кредит, инженерные направления. Средний возраст от 24 до 49 лет, а вот женщин в финале оказалось мало, всего 16%. Анна Сирота – единственная девушка в команде Самарской области. Я считаю, что очень важно и развивать в том числе и женское лидерство, потому что на самом деле существует такой стереотип, что больше на роль лидера все-таки подходят мужчины, а не женщины. Считаю, что нужно его изменять.
Следующие дни финала посвятили интенсивной работе. Участники занимались в группах, решали кейсы, в том числе и от наставников. Проходили оценочные испытания. Их содержание хранили в строгом секрете. Эксперты огласили лишь основные критерии, по которым начислялись баллы. Лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, командность, коммуникации, внедрение изменений, инновационность и служение. Сами финалисты говорили, каждое событие на площадке лидеров России стало вкладом в их личностный и профессиональный рост. Саморазвитие. Возможность себя сравнить с другими. Честная обратная связь, не всегда приятная. Лидеры России – это целеустремленные, это любящие свою страну, это готовые взять ответственность не только за себя, но и как минимум еще за своего соседа, за свою компанию, за свой регион. Действительно, были очень интересные кейсы, которые запомнились, и которые потом ходишь своим сотрудникам и реально говоришь, вот у нас было такое, вот сделайте так же. Да? То есть это реально что-то развивает, что-то дает. По результатам финальных испытаний 100 конкурсантов получили возможность в течение года общаться с наставниками, перенимая опыт лучших управленцев страны. Это руководители федеральных министерств и ведомств, губернаторы и мэры, главы крупнейших корпораций. Именно поэтому конкурс «Лидеры России» называют не больше, не меньше пропуском в управленческую элиту страны. Руководители субъектов также не скрывали, они не просто рассчитывают на финалистов. Главы регионов уже достигли договоренности о дальнейшей совместной работе с лидерами. Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Азаров отметил, не исключено, что кому-то из участников проекта предложат работать в правительстве Самарской области. Хочу вам сказать, что да, такие решения, я думаю, состоятся, но не все хотят идти на государственную службу, и слава богу. Нам капитаны, лидеры нужны во всех сферах. Я хочу поблагодарить наших финалистов уже за то, что они взяли на себя, мы об этом договорились, очень серьезную общественную нагрузку. И, конечно, это большая ответственность. И, конечно, я рассчитываю, что они включатся в эту общественную работу, чтобы абсолютное большинство молодых людей, живущих в Самарской области, также поверили в свои силы, в свои возможности, увидели возможности реализовать себя и знали, что они нужны своей стране. Далеко не все финалисты рассматривают свое участие в проекте «Лидеры России» как социальный лифт. У многих перспективные должности, на которых они собираются продолжить свою работу и после конкурса. Но только качество управленческой деятельности уже будет иным. Ведь каждый участник получит личный план развития от лучших HR-специалистов. А из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва РАНХИКС. Большинство финалистов приехали в Сочи из регионов, где сейчас властвует суровая русская зима. И тем удивительнее ощущение, в которое тебя погружает этот город. Здесь как будто ты становишься увереннее. Перед тобою море возможностей и ни одного весомого повода, чтобы их упускать. Развитие промышленности региона обсудили глава Минпромторга России Денис Мантуров и руководитель области Дмитрий Азаров. Встреча состоялась в Москве. Речь шла в том числе о перспективах АвтоВАЗа. Вообще, эта неделя была насыщенная, поэтому сейчас предлагаю вашему вниманию краткий обзор некоторых событий. Развитие промышленности региона обсудили глава Минпромторга России Денис Мантуров и руководитель области Дмитрий Азаров. На встрече в Москве поднимались вопросы по оказанию мер поддержки предприятий аэрокосмического кластера. Стороны обсудили возможность оказания содействия производителям сельхозтехники, а также автокомпонентов, которые необходимы АвтоВАЗу. Тема дальнейшего развития автогиганта и программа празднования 50-летия выпуска первого автомобиля стали ключевыми в разговоре. Еще один вопрос, который был поднят в ходе встречи, касался обеспечения региона машинами скорой помощи и закупки автобусов на газомоторном топливе. Денис Мантуров и Дмитрий Азаров договорились о переходе министра промышленности и технологий Самарской области Сергея Безрукова на работу в федеральное ведомство. Он займет должность руководителя департамента региональной промышленной политики и проектного управления. Облигационные займы Совжи будут полностью погашены. Решение прокомментировал глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил, таким образом будут снижены расходы на обслуживание заимствований подведомственной организации. Аналогичная работа ведется и в отношении обслуживания бюджетных кредитов предыдущих лет. Руководитель области подчеркнул, это продиктовано здравым смыслом, точным экономическим расчетом и бережным отношением к расходованию народных средств. Задачу снижения регионами кредитной нагрузки и проведения грамотной финансовой политики поставил глава государства Владимир Путин. По инициативе президента была инициирована программа реструктуризации накопленных бюджетных заимствований, в которой в том числе участвует и Самарская область.
Руководитель области в своем твиттере прокомментировал информацию о возможном размещении пресс-центра в музее «Модерна» на время проведения чемпионата мира по футболу. По неофициальной информации, здание в числе нескольких других рассматривалось как одна из возможных площадок для СМИ. Дмитрий Азаров подчеркнул, цитата, «Глупость это. Как такое могли предложить люди, для которых Самара – родной город? Не понимаю. Дал указание найти другое помещение. Окончательное решение о размещении пресс-центра пока не принято». Педагогика как призвание. Кто лучший учитель Самарской области? На этой неделе завершились конкурсные испытания. Претенденты на столь высокое звание должны были составить визитку, провести открытый урок в незнакомых для себя классах, принять участие в педагогическом совете. Отбор был жесткий. В финал вышли 5 преподавателей. Они представляют Самару, Тольятти, Сызрань, Волжский район. Имя абсолютного победителя назовут в марте, а уже в сентябре он будет отстаивать честь региона на федеральном этапе. Я уверена, вы будете моими хорошими помощниками, внимательными слушателями и умными собеседниками. Таинственная незнакомка. Друг друга они видят впервые. И, несмотря на уверенность, волнение, пусть и легкое, все же есть. Наталья Кагарманова в этой школе урок ведет впервые. Это одно из условий областного конкурса «Учитель года». С темой прилагательные школьники знакомятся через музыку Чайковского, стихотворение Тютчева и репродукцию картины Разживина. Главное, говорит тольяттинский преподаватель, найти подход к каждому ученику. Дети, они, как говорится, и в Африке дети. И поэтому они все одинаковые и молодцы, откликаются всегда на просьбу учителя, на его манеру общения и его вызов с удовольствием помогают взрослому. Проявить творческий подход и использовать весь накопленный опыт. Право на ошибку здесь, впрочем, как и в реальной жизни, нет. Конкурс идет всего 5 дней. Каждый участник уже лучший в своем образовательном округе. На звание учителя года Самарской области претендует 21 педагог. Самому молодому – 25 лет. Самому опытному – 50. Среди них есть даже чемпионка мира по гандболу. Вот уже 4 года она преподает физическую культуру в тольяттинской школе. Человек всегда развивается. И я не останавливаюсь на своих спортивных достижениях и в том, что я развивалась в спорте. Сейчас у меня немножко другая жизнь. Соответственно, мне хочется здесь также развиваться. Профессиональное развитие – одна из целей конкурса. На лицах педагогов нескрываемое волнение. Здесь им ставят оценки. Словно результатов ЕГЭ они ждут решения жюри. В финале останется только 5. Выбрать лучших оказалось непросто. Есть правило никогда не обсуждать конкурсантов. Мы все выкладываем только в протокол в виде представления баллов. В этом году конкурс оказался очень сильным, и не было такого разрыва, как бывает иногда, между первым и последним. Все очень и очень плотно и решали 10-е баллы. Эти 10-е баллы решили. В этом году в 5 лучших учителей Самарской области только один педагог-мужчина. Михаил Артамонов, преподаватель истории и обществознания из Сызрани, называет своих учеников профессиональными археологами. Ежегодно ездит с ними на раскопки. Умеет увлечь предметом и в стенах школы. На уроках дети учатся создавать образ исторических личностей с помощью художественных произведений. На мастер-классе Михаил через стихотворение 16 века раскрывает Ивана Грозного как человека одинокого и преданного другом. Меня, мои уроки не прогуливают. Это 100% я знаю. Поэтому это уже говорит о чем-то, наверное. Я получаю искреннее удовлетворение. Только удовлетворение, когда такие уроки проходят на одном дыхании. Звонок прозвенел, я зашел с ними, и я не заметил, как время прошло. Можем увлечься, можем даже уйти от той темы, которую должны разобрать, если им интересно что-то еще сверх программы. А им бывает, что очень интересно. В числе лучших и самая молодая участница конкурса – преподаватель французского языка Елена Смирнова. Ей всего 25, 3 года из которых работает в школе. Честно говоря, сначала, когда я поступила в институт педагогический, не было мысли, что я буду учителем. Ну, молодая, 18 лет. А уже в институте в нашем проводилась большая работа идеологическая. Помню пары, когда нам говорили, что лучше зажечь одну свечу, нежели проклинать темноту. А вот для финалистки Ирины Леонтьевой вопрос, кем быть, никогда не стоял. Преподаватель технологии из Самары, учитель в 4-м поколении. Бабушка у меня директор детского дома была во время Великой Отечественной войны. Дедушка преподавал более 50 лет
партийные курсы, а мама была преподавателем техникума. И педагогический стаж в моей семье 227 лет. Давно к финалу шла и Екатерина Балькина, учитель информатики образовательного центра в Южном городе. В 2013 году первый раз я пробовала себя вот в роли учителя года на конкурсе. Не прошла в область. Это вторая моя попытка, и вот сейчас она наиболее удачная. У меня удачно закончилась. Для них педагогика – призвание. Испытания закончились, и теперь из пятерки лучших 12 марта выберут абсолютного победителя областного конкурса. В качестве главного приза он получит автомобиль и путевку на федеральный этап «Учителя года России 2018». За 6 последних лет 5 представителей Самарской области выходили в пятерку лучших учителей Российской Федерации. Это лучший, абсолютно лучший показатель в стране. Мы этим гордимся и абсолютно уверены, что и дальше будем стараться эту планку поддерживать. Учитель года – самый престижный конкурс педагогического профмастерства. Он проводится с 1990 года. Как показывает статистика, из 27 победителей прошлых лет больше половины – преподаватели гуманитарных наук. Кто станет лучшим в России в этот раз, определят осенью. Федеральный этап пройдет в Санкт-Петербурге. А подведут итоги уже традиционно в Кремлевском дворце. Научными разработками Самарская область может гордиться в самых разных отраслях, будь то промышленность, сельское хозяйство или медицина. Многие ученые известны далеко за пределами нашей страны. Авторитет высокий. День российской науки – праздник относительно молодой. Указ об его учреждении был подписан 18 лет назад. Собственно, это показательный момент, потому что именно в это время этой сфере деятельности стали уделять пристальное внимание, выделять деньги на необходимые исследования, выплачивать гранты. А тех, кто создает будущее, в нашем материале. Мы строим экскаватор «Чигач», и он нужен, чтобы добывать воду и качать воду. Мы на компьютере его включаем. Детский садик «Семицветик» в Южном городе работает 3 года. Здесь открыт специальный класс для занятий робототехникой и программированием. О том, что в сферу высоких технологий детей нужно погружать еще в дошкольном возрасте, не раз говорил президент России Владимир Путин и глава региона Дмитрий Азаров. В этом учреждении задачу точно выполняет. В конструкторском бюро работают 6-летние программисты. Мы считаем, что наукой можно заниматься не со школы, а видим на примере и результатах наших детей, это очень интересно и дошкольникам. Видя интерес наших деток, мы его только поддерживаем и создаем условия для того, чтобы раскрыть способности и возможности наших деток во всех направлениях. Вера Шадрикова химией увлеклась в школе. Правда, тогда даже предположить не могла, что будет всерьез заниматься научной деятельностью. Сейчас она не только преподает на кафедре органической химии в СамГТУ, но и проводит исследования, которые направлены на борьбу с различными вирусами. Обладательница президентской стипендии вместе с коллегами ведет работу в двух направлениях. Это поиск соединений, которые потом могут быть использованы для создания препаратов, и разработка новых способов синтеза уже известных соединений. Впрочем, прежде чем вещество станет лекарством и попадет в аптеки, ему предстоит пройти большой путь. Тестирование в пробирке и на живом организме. Выбор оптимальной лекарственной формы. Мы стараемся как раз послужить таким истоком, то есть начальной точкой отправления, чтобы правильно задать направление движения этого вещества, чтобы действительно наша идея в итоге потом помогла людям, спасла жизни. Стипендия, она, конечно, выплачивается не на закупку реактивов, не на закупку оборудования, но является таким хорошим стимулом для более там, углубленного изучения материалов. В 2017 году 7 представителей области стали победителями конкурсов грантов президента. Сейчас в регионе работают 32 вуза, из них 2 опорных – СамГТУ и ТГУ. Медицинский возглавляет мощный кластер профильных вузов. Национальный исследовательский университет имени академика Королева участвует в федеральной программе 5-100. МСУ плюс ТАИ ЦТКМ. Везде, кроме ГТД-СТ. В ГТД-СТ у нас целевая функция эффективный КПД.
Профессоры и аспиранты друг друга понимают без проблем и, можно сказать, обсуждают будущее страны. Перед ними грядущее открытие. Венедикт Кузьмичев вот уже 46 лет работает в ныне Самарском университете. Он занимается повышением эффективности турбинных двигателей. Его хорошо знают в Центральном институте авиационного моторостроения, Рыбинском конструкторском бюро, на заводе имени Кузнецова. При участии доктора технических наук был введен в эксплуатацию самый мощный в Самарской области суперкомпьютерный центр «Сергей Королев». Была разработана уникальная инновационная методология подготовки специалистов в области теории авиационных двигателей. Он всегда дает какие-то новые идеи. Он не хочет, чтобы мы делали то, например, на чем он докторскую защитил. Он хочет, чтобы мы развивали его проекты и проекты его кандидатов, которые у него защитились. Он больше за фантазию. Наука – это вообще фантазия, творчество. Когда-то и представить не могли, что будут самолеты. Сейчас спутники, разработанные студентами, бороздят просторы космоса. В этом зале тысяча специалистов. Благодаря им Самарская область может гордиться успехами в разных отраслях. Это и промышленность, медицина, сельское хозяйство. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу уделять особое внимание развитию фундаментальных научных исследований, получению принципиально новых знаний. Для решения этой задачи правительство Самарской области оказывает поддержку научной деятельности. Мы предоставляем талантливым студентам, аспирантам и ученым гранты, денежные выплаты, стипендии, премии. И, конечно, эту работу мы будем продолжать. Отражение этому найдется уже в ближайших поправках в бюджет региона. Дополнительные средства предлагается направить на высшую школу. О том, что в Самарской области науке уделяют особое внимание, можно судить даже по кадровым назначениям. Советником губернатора стал один из главных инноваторов страны – Владимир Пирожков. Сейчас в регионе трудятся 4 академика, 5 членов-корреспондентов, 875 докторов наук и 3143 кандидата. Все даже и не вместились в этом зале. Лучшие получают награды. Венедикт Степанович – известный специалист в области теории и математического моделирования авиационных двигателей. Венедикт Кузьмичев награжден почетной грамотой президента России. И, как признается профессор, такая оценка труда очень приятна. Глава государства отметил заслуги целого ряда самарских специалистов. Подписан указ о награждении орденом почета ректора Самарского университета Евгения Шахматова. Медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и званием заслуженного сотрудника здравоохранения были отмечены представители медицинского вуза. Ну, я думаю, что все люди, особенно вот научные работники, они, ну, как бы... созданы таким образом, что думают всегда и везде. Но это не мешает жить. Помогает? Помогает. Они помогают региону и стране, как неоднократно подчеркивал президент. Главная ценность России – это человеческий капитал. Технические экспертизы пройдены, и надежность конструкции гарантирована. Специальная экспертная группа вынесла окончательное заключение по прочности металла и бетона на стадионе «Самара-Арена». Его строительство завершат к 30 марта. Сомнений никаких нет. Об этом во время рабочего визита заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий. Вместе с Дмитрием Азаровым он провел совещание по вопросам подготовки документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию. Что еще осталось сделать на главном спортивном объекте областного центра, расскажет Виталий Портнов. Это фото появилось вечером в среду и сразу же разлетелось по интернету. Авторы утверждали, что на поле Самара-арены рухнул парник. Тему буквально сразу подхватили большинство СМИ. Как пояснили подрядчики, конструкцию просто сложили, чтобы очистить поверхность от снега. Спустя несколько часов сооружение вновь было на месте. В этом убедились мы сами, проведя целый день на стадионе. Этот парник нужен для того, чтобы уже готовая дренажная система не промерзла. К тому же таким способом будет сформирован тепловой контур вокруг футбольного поля. Это позволит в начале марта приступить к укладке рулонного итальянского газона. После врастания в землю примерно в течение 20 дней его прошьют полимерными нитями. Находясь на самом верхнем ярусе трибуны, голова, конечно, округом, а эмоции просто не передать словами. С этого места, на котором я нахожусь, очень хорошо просматривается все футбольное поле. А рассмотреть детали интересных моментов можно будет на больших экранах, которые сейчас монтируются. Всего их будет 2. Размер каждого 18 на 9,5 метров. Болельщикам на противоположных трибунах не придется вглядываться. Картинка HD-качество. Экраны яркие, угол обзора
обзора 120 градусов. Видно будет с любого места. Уже установлено и более 15 тысяч кресел. Цвета, как у крыльев советов. Зеленый, белый и синий. Монтаж кровли продолжается. Нижний слой уложен полностью. Строители приступили ко второму. Отмечу, что козырьки над двумя самыми большими трибунами собраны полностью. Сомнений в том, что металлические и бетонные конструкции стадиона надежные и безопасные, никаких нет. Все экспертизы пройдены. У нас никаких сомнений в надежности смонтированных конструкций нет. Все происшедшие деформации, которые, ну, естественно, произошли, они абсолютно в пределах нормы. Все, значит, прогибы, смещения, они минимальны для вот данной конструкции, для такого сооружения. И я дал гарантии, что мы концом февраля сможем выдать официальное заключение для Ростехнадзора. Комплексный мониторинг, как того требует технический регламент, будут вести еще в течение 2 лет. Параллельно со строительством, чтобы не терять время, идет подготовка необходимой документации для ввода Самара-арены в эксплуатацию. Очень много работы связано с корректировкой рабочей документации, подготовкой исполнительной документации, которая необходима для проведения комплексной проверки Ростехнадзором, приемки этих работ, проведения автономных комплексных испытаний систем жизнеобеспечения. Вот это, вот, как говорится, вот сейчас самая основная работа. А то, что физику закончат, у меня сомнений никаких нет. Завершить строительство должны к 30 марта и сразу же начать благоустройство территорий. Как раз и погода позволит доделать то, что не успели в прошлом году. В апреле на Самара-арене состоятся тестовые матчи, после чего стадион пройдет последнюю проверку ФИФА. И тогда все любители футбола во время чемпионата мира смогут насладиться играми любимых сборных. Напомню, в Самаре в групповом этапе сыграют Коста-Рика и Сербия, Дания и Австралия, Уругвай и Россия, Сенегал и Колумбия. Затем состоится 1/8 и четвертьфинал. Все ключевые объекты – стадион, аэропорт, вокзал и фан-зону – теперь соединяют новые дороги. Арена 2018 готова полностью. На дальней осталось уложить верхний слой асфальта. Часть улиц капитально отремонтировали. В результате, к примеру, на Московском шоссе появилось 2 тоннеля, а количество полос увеличилось до 10. Серьезно изменилась Ташкентская. На пересечении с Демократической появился путепровод. Его строительство завершат к концу апреля. К этому времени выполнено благоустройство 4-й очереди набережной Струковского сада. Площадь Куйбышева готова. Общий объем вложенных инвестиций в подготовку к чемпионату мира по футболу – более 42 миллиардов рублей. Малым городам большое внимание. 1/5 населения региона, 17% промышленной продукции – все это богатство находится в 8 муниципальных образованиях. Однако проблем там немало, и не всегда они решались. Отсюда и результат. Темпы производства наряду с инвестициями снизились. Наблюдается отток жителей. Придать импульс развитию каждого города – это стало ключевой темой областного совещания в Похвесневе. Мероприятие прошло впервые и в расширенном формате. Почему, по мнению главы региона, в некоторых случаях уже нужно принимать экстренные меры поддержки территорий и знает ли власть на местах, в каком направлении двигаться? Большие перспективы малых городов искал Сергей Павлов. В этом доме никогда не бывает тихо. Детский смех – главный капитал Ирины и Александра Фадеевых. Простые работники водоканала из Похвеснева воспитали 2 родных, а сейчас ставят на ноги 7 приемных детей. Живут не бедствуют, но каждая копеечка на счету. Все идет на образование и досуг. Поддерживает и государство. Все-таки 7,5 тысяч рублей на каждого ребенка в месяц – солидная прибавка в бюджет. 5 лет назад образцовой семье город подарил 2-этажный коттедж, а на днях ценные подарки Фадеевым вручило руководство региона. За чаем рассказывают, все увлечены спортом. Футбол, стрельба, шахматы, а кто-то еще рисует и моделирует. Все условия в городе созданы. Школ у нас очень много. Есть спорткомплекс, есть стадион. Сейчас строится бассейн. Вот должны, наверное, как-то, я так думаю, по-быстрому они его запустить. То есть тут детям есть где занять себя. Социальное самочувствие жителей зависит в первую очередь от обустроенности, развития экономики территории.
Похвистнево – один из 8 малых городов региона. В последние годы здесь накопилось немало проблем. Дороги и многие детские сады требуют ремонта. Молодежь покидает родные края из-за дефицита рабочих мест. Аналогичная ситуация и в других муниципальных образованиях. Перспективам их развития было посвящено расширенное областное совещание. По мнению Дмитрия Азарова, сейчас нужно предпринять эффективные управленческие решения, а местами и экстренные меры поддержки. За последние 5 лет объем инвестиций в экономику малых городов упал на 17%. Мы знаем, что отложенный экономический эффект от инвестиций – это примерно 3-4 года. И, к сожалению, вот при таких темпах инвестиций рассчитывать на то, что мы получим импульс значительный, ускоренное, опережающее развитие, в общем, сегодня не приходится. Если мы не предпримем с вами эффективных, разумных и результативных мер уже сегодня. Системно и комплексно взглянуть на свои болевые точки попытались сами городские власти. Право оживить экономический нерв малых территорий они оставляют за правительством региона, которое, по их мнению, может железной рукой привлечь инвестиции. Это определение роли каждого города в территории организации производства и расселения, а также в приоритетных направлениях развития каждого города. Перевод производственных мощностей из больших городов в малые позволит увеличить производственный потенциал последних и создать благоприятный инвестиционный климат. Кивать в сторону областного центра, конечно, позиция удобная, но малым городам стоит и самим определиться, в каком направлении двигаться. К сожалению, сейчас только Чапаевск и Кинель утвердили стратегии своего социально-экономического развития. Во многом из-за инертности руководства остается нерешенным комплекс проблем. Износ объектов ЖКХ, неблагоустроенные дворы, переселение граждан из ветхоаварийного жилья. Так, на совещании Дмитрий Азаров в онлайн-режиме нашел квартиру в Новокубишевске для нуждающихся в переселении. Я зашел на Авито сейчас, Сергей Васильевич. Запишите адрес, вот я вам скажу. Квартира в Новокубишевске, значит, стоимость ее получается 32 852 рубля за квадратный метр. Купите там. Хорошо. Не морочьте голову. Я понял. Или хотя бы думайте, кому вы хотите голову морочить. И чем я раньше занимался. Я понимаю, этот вопрос актуален для Самары, например, пересмотра цены, но не для малых городов. Дмитрий Азаров призвал тщательно проанализировать возможности, конкурентные преимущества и перезагрузить механизмы управления. В частности, будет реформирована система стимулирующих субсидий для малых городов. Сейчас создана межведомственная рабочая группа. Она разрабатывает проекты, которые придадут импульс для экономики конкретной территории. Так, в Похвистневе может запуститься производство керамических стройматериалов и электрозащитных средств. Новокуйбышевск может стать центром для новых газохимических предприятий и работать по тематике солнечной энергетики. Жигулевск – уникальный город для развития туризма. Чапаевск является уже опробованной площадкой для производителей автокомпонентов. Также в документ будут включены мероприятия по развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта, по решению вопросов экологии, ЖКХ, а также приоритетному президентскому проекту – комплексному обустройству городской среды. В рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в 2017 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в 2018 году 8 малым городам будет выделено 162 миллиона рублей на эти цели. В ходе совещания свои предложения по развитию малых городов высказали представители крупного и малого бизнеса. Речь шла о предоставлении налоговых льгот и мер поддержки предпринимательства, подключении к сетям. Все предложения взяла на карандаш рабочая группа. По некоторым проблемам Дмитрий Азаров дал конкретные поручения. Следить за их исполнением будут обязательно. Мы должны с вами вместе создать условия, чтобы жители этих городов также видели и понимали перспективы, вместе с нами трудились над их воплощением в жизнь. Власти, бизнес и жители могут направить свои предложения по поддержке муниципальных образований в правительство региона до 10 июня. Общая стратегия развития для всех муниципалитетов области будет утверждена 30 сентября. Малым городам такой документ необходимо принять раньше.
Заподозрен во взятке замглавы администрации Ленинского района Самара по финансово-экономическим вопросам арестован на 2 месяца. По данным Следственного комитета, в период с сентября 2017 по 5 февраля 2018 года подозреваемый получил 120 тысяч рублей. Такое денежное спасибо ему передал некий гражданин за то, что чиновник закрыл глаза на незаконное использование спортивной площадки во дворе по улице Клинической. В дальнейшем, по версии правоохранителей, сотрудничество сторон должно было даже продолжиться. Сергею Завадзе обещали еще 60 тысяч. Однако 5 февраля он был задержан. В отношении замглавы возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит по этой статье, 12 лет лишения свободы. Напомню, борьбе с коррупцией, по мнению президента России Владимира Путина, нужно уделять особое внимание. Этот вопрос ставит первым в списке наболевших и жителей региона. Развернуться силовикам еще явно есть где. Главное, как тот чиновник, глаза в нужный момент не закрывать. В наступившем году экономический блок, обещает полицейские, останется в числе приоритетных. Естественно, где-то будем переориентироваться, перенацеливаться, чтобы эту работу выстраивать. Прежде всего, это их защита бюджетных средств, где также есть незаконопослушные чиновники, которые эти деньги воруют. А с учетом того, что область очень привлекательна в плане инвестиций и вот в плане подготовки к чемпионату мира, крутятся большие деньги, и всех вот такой соблазн присутствует. На этой неделе в областном главке подвели итоги за 2017. И, как отметили полицейские, преступный мир ищет новые схемы и новые методики. Все чаще криминал орудует не отмычкой и ножом, а сотовым телефоном и компьютерной мышью. Почти 2000 таких киберпреступлений хранятся в уголовных делах за прошлый год. 30% обманов по сотовому используют схему родственников, попавших в беду и якобы заблокированных банковских карт. Остальные 45% приходится на мошенничество в сфере интернет-продаж. Подавляющий большинство таких случаев происходит на интернет-порталах частных объявлений. Потребовалось даже создание в управлении уголовного розыска специализированных подразделений для противодействия таким дельцам. Можно сказать, что результат уже есть. У нас расследовано в 2017 году почти 400 преступлений такой категории против 200 в 2016 году. И возмещен ущерб свыше 6 миллионов. В прошлом году, соответственно, в 2016, всего лишь около 130 тысяч. Особое внимание полицейские будут уделять в 2018-м борьбе с наркопреступлениями, нарушения в сфере ЖКХ, предстоит обеспечить им и безопасность на грядущих выборах и чемпионате мира по футболу. Семья девочки с ДЦП добилась переезда в специализированный жилой дом. Борьба с чиновниками продолжалась практически 5 лет. И вот она, победа. Дело в том, что раньше даже прогулка для Елисеевых была большой проблемой. Дом, в котором они жили, это памятник архитектуры. Нет ни пандусов, ни лифта. Все могло обернуться заточением. О почти непреодолимых трудностях, с которыми все же удалось справиться, расскажем далее. Аня 13 лет. Улыбчивая, добрая, неунывающая. Она учится в 6 классе, занимается танцами. Правда, выходить часто на улицу раньше не представлялось возможным. Эта программа «Надо помочь» вышла в эфир летом прошлого года. Елисеевы рассказали, каково остаться одним. Чиновники особого внимания на них не обращали. Проблема с жильем решалась 5 лет. В памятнике архитектуры нет ни пандусов, ни лифта. Лестничные пролеты длинные. Преодолеть вот так – это целое испытание. Маме помогали соседи, ведь прогулки – это часть реабилитации. Без них нельзя. Все равно я планирую встать на ноги. Мы всячески пытаемся все равно поставить меня. Поэтому... То есть ты надеешься когда-нибудь сама спуститься по лестнице? Да, но вот пока желательно, конечно, чтобы мама меня так не таскала. Вот. Ну, конечно, надеюсь, сама тоже встать и пойти. Ты сама меня всячески поддерживаешь, да. Если бы не Аня. Не знаю, я бы уже давно, может быть, и руки опустила. И вот она, первая победа. Чиновники услышали семью осенью 2017-го. В ноябре в Самаре была создана муниципальная комиссия, задача которой – обследовать жилые помещения и общее имущество многоквартирных домов на предмет обустройства его для семей, в которых живет инвалид. Одно из первых заявлений поступило от Натальи Елисеевой. Комиссия эта была сформирована в ноябре. Комиссия к нам пришла. Составили акт, что жилье непригодно для проживания ребенка-инвалида. Значит, и предложили нам социальное жилье, в котором мы сейчас вот живем.
Они радуются тому, что обычно кажется мелочами. На коляске можно подъехать к раковине. Раньше это было нереально. Также спокойно можно попасть и на кухню. Сейчас семью уже волнуют не глобальные, а больше бытовые вопросы. Куда что поставить, какую школу выбрать для обучения. Будем в одной школе учиться, правда, в разных классах, Аня. На один класс младше меня. Здесь все доступно, здесь можно легко спуститься, погулять, там, я не знаю, потому что там было очень тяжело маме спускать. Мы постоянно договаривались с соседями, там, в какое время, и вместе спускали меня, ну, то есть оттуда. А здесь я могу в любое время, когда захочу, выйти погулять. Выйти на улицу у Анны занимает несколько минут, а не как раньше, час. Скоро и вовсе наступит самостоятельность. В ближайшее время должна прийти коляска с электроприводом. Пример этой семьи показательный, но, вероятнее всего, не единственный. Сейчас ни одно здание не принимается в эксплуатацию, если у подъезда отсутствуют пандусы или социальное учреждение не оборудовано низкопрофильными стойками. Транспорт приобретают также, только низкопольный. С 1 июля 2016 года предусмотрена обязанность для застройщиков-проектировщиков на этапе подготовки проектно-сметной документации, на этапе строительства, соблюдать все необходимые требования для маломобильных категорий граждан. Не только проектируемые, но и уже построенные дома при реконструкции и капремонте должны становиться удобными для маломобильных жителей. Последние 4 года число зданий, доступных для инвалидов, в регионе увеличилось более чем наполовину. В рамках программы «Доступная среда» из 1345 приоритетных объектов комфортными стали 729. Пока точки над «и» расставлены только в этих темах. Дальше больше. До встречи.